Дорогие друзья, добро пожаловать на занятия худзян. Меня зовут Алексей, ваш преподаватель русского языка. Я кандидат филологических наук и работаю в Санкт-Петербургском государственном университете. Здесь я преподаю русский язык студентам и стажерам из разных стран. Очень приятно вести эти занятия и преподавать русский язык вам. Здравствуйте, дорогие студенты! Я очень рад нашей новой встрече. На прошлом занятии мы с вами очень активно писали эссе. Помните? Да. Такими темпами вы не только с легкостью сдадите ТРКИ-3, но и сможете работать внештатным корреспондентом в российской газете. Как вам такая перспектива? Разве не заманчивая? Из четырех типов эссе, которые вы узнали, каждый может выбрать тот, что нравится больше всего. Что касается меня, то лучше четкой структуры не может быть. Когда вы точно знаете, о чем писать, процесс становится интересным, творческим и понятным. Сегодня мы с вами поговорим о внешней политике. Когда мы смотрим новости, политические или аналитические программы, от нас требуется знание специальной лексики. Именно ее мы сегодня и выучим с тем, чтобы вы чувствовали себя уверенно в рамках аудирования, ну или беседы на указанную тему. На основе изученного мы выполним ряд упражнений по ТРКИ-3. Итак, выражение. Номер один. Совершить дружественный визит. Куда? Прибыть куда с дружественным визитом? Приехать куда? Например, президент Путин совершил дружественный визит в Китай. Визит может быть официальным или рабочим. Разница в процедуре. В первом случае предполагается торжественная встреча, а также специальные мероприятия. Например, обед. Номер два. Направить ноту протеста кому? Сообщить кому о своем несогласии с чьими-либо действиями. Например, Россия направила ноту протеста Украине в связи с событиями в Одессе. Нота протеста, конечно, может быть и личной, но обычно она касается действий целого государства. Номер три. ООН. Организация Объединенных Наций. Организация, которую создали для поддержания мира и сотрудничества между государствами. Например, ООН приняла резолюцию по Сирии единогласно. Номер четыре. Совет безопасности ООН. Это 15 стран-членов, из которых 5 постоянных и 10 непостоянных. Например, этот орган принимает решения относительно правомерности применения силы в той или иной точке мира. Ну да, то есть 5 стран заседают и решают, условно говоря, начинать войну или не начинать войну где-либо. Например, Совет Безопасности ООН проголосовал за проведение в Сирии конституционных выборов и обеспечение их прозрачности и независимости. Номер 5. Наложить вето на что? Блокировать, заблокировать принятие закона. Например, Россия наложила вето на принятие резолюции по Сирии в Совете Безопасности ООН. Вложить вето, то есть какой-то закон уже не может быть принят. Даже если один член, например, Совета Безопасности против, то закон не принимается.
Номер 6. Садиться, сесть за стол переговоров. Обратиться к мирному решению конфликтной ситуации. Например, стороны сели за стол переговоров, чтобы прекратить кровопролитие. Номер 7. Дорожная карта. План мирного урегулирования конфликта. Например, стороны не соблюдают условия дорожной карты. То есть есть такой план мирного урегулирования, а стороны его нарушают и продолжают военные действия. Номер 8. Шестисторонние переговоры. Это вы, наверное, знаете. Переговоры в формате 6 стран. Россия, Китай, КНДР, Северная Корея, Республика Корея, Южная Корея, Япония, США. По вопросу урегулирования ядерного кризиса на Корейском полуострове. Например, шестисторонние переговоры зашли в тупик. Номер 9. Если вы забыли это выражение, мы его вспомним. Зайти в тупик. Потерять перспективу развития. Например, переговоры по введению новых санкций в отношении КНДР зашли в тупик. Номер 10. Прийти к согласию. Договориться о чем? Например, стороны пришли к согласию по графику предоставления гуманитарного коридора. Ну, здесь легко, правда? Есть согласие как цель, и к нему приходят стороны, то есть разные участники, например, конфликта или переговоров. Если мы пришли к согласию, то есть мы согласились с чем-либо, договорились о чем-либо. Номер 11. Гуманитарный коридор. Возможность для мирных граждан выйти из зоны военного конфликта. Например, открытие гуманитарного коридора возможно после согласования со всеми заинтересованными сторонами. Номер 12. Ввести войска куда-либо. Начать военный конфликт на территории другого государства. Например, США ввели войска в Ирак. Номер 13. Вывести войска откуда? Завершить фазу своего военного присутствия на территории другого государства. Но это антоним. Вводить войска и выводить войска. Например, Советский Союз принял решение вывести свои войска из Афганистана. Номер 14. Одержать победу над кем? Мы уже с вами говорили об этом сложном случае, когда синонимы имеют разную грамматику, глаголы имеют разное управление. Одерживать, одержать победу над кем, а побеждать, победить кого? И мы еще помним с вами, что выигрывать у кого? Например, над террористами в Сирии была одержана убедительная победа. Номер 15. Потерпеть поражение от кого? А проигрывать кому? Например, Германия потерпела поражение во Второй мировой войне. Номер 16. Нанести точечные удары. Почему? Поразить ракетами избранные цели. Например, союзники нанесли точечные удары по позициям врага. Номер 17. Потерять сколько убитыми, ранеными. Понести потери убитыми, ранеными. Ну, действительно, потерять, то есть больше этих людей с нами нет, то есть они погибли. Например, в результате удара противник потерял 100 человек убитыми и 50 ранеными. Номер 18. Перейти в наступление, атаковать. Например, армия союзников перешла в наступление по всем фронтам. Номер 19. Держать оборону, обороняться. Антоним – атаковать. Например, в первые месяцы войны было крайне трудно держать оборону против мощного врага. К
Конечно, мы еще можем сказать и отступать, атаковать, отступать. То есть здесь у нас есть три фазы. Атаковать, отступать, идти обратно и обороняться. То есть держать позиции. Номер 20. Прорывать, прорвать оборону. Сломить сопротивление оборонявшихся. Например, Брусиловский прорыв – одна из героических страниц Первой мировой войны. Номер 21. Совершить подвиг. Наверное, в китайском языке нет такого слова «совершать подвиг». Это показывать, показать пример героизма. Есть? Ну, в европейских языках такого слова нет. Например, Александр Матросов совершил подвиг, отдав свою жизнь за своих товарищей. Знаете эту историю, когда молодой человек накрыл своим телом немецкий дзот с тем, чтобы его товарищи смогли атаковать противника? Номер 22. Перебежчик, предатель, перешедший на сторону врага. Например, во время военного конфликта достаточно перебежчиков с обеих сторон. Здесь понятно, от глагола «бегать». Да? И человек, который перебежал, то есть он изменил место своего физического положения. Был на одной стороне, а теперь на другой. 23. СНГ. Содружество независимых государств. Организация, которая должна была своим появлением помочь урегулировать отношения между странами, входившими ранее в СССР. Например, главы стран СНГ провели плановую встречу. Номер 24. Встреча без галстуков. Вы носите галстуки? Когда мы надеваем галстук, это значит, что собираемся участвовать в какой-то официальной встрече. А потому встреча без галстуков – это неформальная встреча. Например, президенты двух стран провели встречу без галстуков. Номер 25. Соблюдать, соблюсти протокол. Четко следовать плану официального мероприятия. Например, лидер КНДР нарушил протокол, предложив главе Республики Корея сделать шаг на северную территорию с тем, чтобы закрепить документально важность встречи. Вы смотрели эти новости? Да, это события мирового масштаба, когда лидеры двух Корей встретились, и один из них, Ким Чен Ын, перешел на сторону Южной Кореи, как и было запланировано. А потом он решил нарушить протокол и предложил президенту Кореи Южной перейти на сторону Северной Кореи, чтобы это выглядело дружелюбно. Выходить, выйти на новый уровень, становиться, стать гораздо лучше. Например, сотрудничество между странами вышло на новый уровень. 27. Эскалация напряженности, нарастание напряженности. Например, военное присутствие третьих стран ведет к эскалации напряженности в регионе. Номер 28. Миротворческие войска. Понимаете, мира творческие, да? Те, которые творят мир. Международный контингент, призванный обеспечить порядок в каком-либо регионе, охваченном военными действиями. Например, миротворческие войска должны обеспечивать мир в Донбассе. Номер 29. Выразить озабоченность в связи с чем? Быть обеспокоенным чем? Например, президент России выразил озабоченность в связи с ситуацией в Сирии. Номер 30. В рамках визита, то есть что включено в визит кого? Например, в рамках своего визита в Санкт-Петербург Медведев посетил Санкт-Петербургский государственный университет, выпускником которого и сам является. Знаете, кто такой Медведев Дмитрий Анатольевич, да? Премьер-министр России. Номер 31. Стратегический партнер.
партнер государства в разных областях и дальней перспективе. Например, Китай является стратегическим партнером России. Номер 32. Приходить, прийти к согласию, почему? Соглашаться с чем? Находить, найти точки соприкосновения, почему? Например, министры иностранных дел нашли точки соприкосновения и пришли к согласию по вопросам культурного и научного обмена между странами. Прийти к согласию, да, опять же, мы с вами понимаем идею. Номер 33. Угроза национальной безопасности. То, что может быть опасно для страны. Например, размещение противоракетной обороны на границах является угрозой национальной безопасности России. Номер 34. Железный занавес. Средство, которое изолирует страну от остального мира. Например, во времена СССР железный занавес ограничивал передвижение советских граждан по миру. Действительно, советские люди, в общем, большим трудом могли поехать в какую-либо западную страну. В страны социалистического лагеря еще были возможности, а в западную страну это практически было исключено. Железный занавес. И, конечно же, железный занавес был во времена холодной войны. Это политологический термин, который используется в отношении периода глобального геополитического, военного, экономического и идеологического противостояния. 1946-1991 годы. Между СССР и его союзниками, и США и их союзниками. Например, многие политологи говорят об опасности возврата к холодной войне, хотя с трудом в это верится в условиях развития интернета. Ну, действительно, какой железный занавес и холодная война, когда мы с вами можем общаться с легкостью. Номер 36. Мягкая сила. Форма международной стратегии по получению необходимого результата без применения военной силы. Например, средства СМИ являются важнейшим инструментом мягкой силы в современной действительности. Номер 37. Выходить, выйти из договора в одностороннем порядке. Прекращать, прекратить свое членство в рамках международного соглашения без согласия других участников. Например, США вышли из договора по ПРО в одностороннем порядке. Да, то есть односторонний порядок, одна сторона. Мы хотим и не спрашиваем у другой стороны. Понимаете? Номер 38. Ратифицировать соглашение. Утвердить высшим законодательным органам власти, придавая документу юридическую силу. Например, главы государств ратифицировали мирный договор. Номер 39. МИД – Министерство иностранных дел. Министерство, которое занимается связями государства с другими странами. Например, официальный представитель МИД России выступил с заявлением. Номер 40. Что-то увенчаться успехом. Получить в чем положительный результат. Например, переговоры в трехстороннем формате увенчались успехом. Да? Здесь у нас от слова «венок». Помните, в Древней Греции у нас были венки для победителей, например, Олимпийских игр, лавровый венок. И здесь у нас тоже как символ успеха, победы, этот глагол «увенчаться». Запомните, именно увенчаться, не получить успех, а увенчаться. Номер 41. Провести встречу за закрытыми дверями. Ну, надо сказать, что у нас в русском языке есть две формы – дверями и дверьми. Причем дверьми, конечно, более такая употребительная форма, но дверями, как правило, существует эта форма в официальных выражениях, устойчивых выражениях, как, например, в этом. Значение провести встречу без СМИ, то есть достаточно секретно. Ну, действительно, если двери закрыты, кто может туда зайти? Например,
Правительство провело экстренную встречу за закрытыми дверями. Номер 42. Идти-пойти на уступки кому? В чем? Идти-пойти на компромисс. Например, Россия пошла Украине на уступки с поставками газа. Номер 43. Персона нон грата. Человек, которому запрещен въезд в какое-либо государство. Например, Иванов был объявлен персоной нон грата в Швеции. Номер 44. Закулисные игры. Секретные негативные действия в отношении кого-либо. Например, европейские политики ведут закулисные игры. Кулисы. Знаете, что такое кулисы? Правильно. Это как занавес в театре. И за кулисами, естественно, зритель не знает, что происходит. Вот такое значение. Очень легкая этимология. Номер 45. Большая семерка. Недавно это была большая восьмерка. Это Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и США. Например, саммит Большой Семерки прошел на фоне массовых протестов антиглобалистов. Номер 46. Иметь вес. Быть важным где-либо. Например, этот политик имеет вес в мире. Да? Сколько вы весите? У меня достаточно серьезный вес. 47. Занимать лидирующие позиции. Быть лидером в чем-либо. Здесь понятно. Например, Россия занимает лидирующие позиции в добыче и экспорте газа. Номер 48. Утрачивать, утратить влияние где? Ну, мы знаем, тратить деньги, правда? Мы этим занимаемся практически каждый день. А здесь мы тратим и утрачиваем влияние. То есть теряем рычаги влияния, возможности влияния где-либо. Например, США утратили влияние на Ближнем Востоке. Номер 49. Геноцид. Истребление отдельных групп населения. Например, во время Второй мировой войны был отмечен геноцид в отношении евреев. Номер 50. Международное право – свод законов, которые регламентируют взаимоотношения между странами. Например, обвинения против государства были выдвинуты с нарушением международного права. Ну и 51. Зеркальные меры. Одинаковые с тем, что предпринял оппонент действия. Например, Россия воспользовалась зеркальными мерами в ответ на действия США. Конечно, мы не можем гарантировать того, что абсолютно вся лексика из этой темы нашла отражение в этом занятии. Но это точно наиболее употребительные слова и словосочетания, которые сделают выполнение заданий ТРК и 3 гораздо легче. А потому и интереснее, когда понимаешь, интереснее делать, правда? Теперь давайте выполним некоторые упражнения на основе изученного материала. Итак, задание 1. Из текстов выберите те, где говорится о выражении озабоченности. Текст 1. Из официальных источников. А. Наша страна во многих отраслях занимает лидирующие позиции или стремится к таковым, действуя на основе честной конкуренции, а потому закулисные игры некоторых партнеров наводят на размышления об определенном заговоре против целого государства, что совершенно недопустимо, с какой позиции ни посмотри. Б. В наших с вами силах проявлять заботу о поколениях наших отцов и матерей, которые жизнь положили на то, чтобы железный занавес стал историей. В. Мы держим оборону по всем фронтам и готовы перейти в наступление, но средствами мягкой силы оппоненты всячески стараются внести раскол в наши ряды, озабоченных судьбой Родины граждан.
Текст 2. Из постановления министра обороны. А. Наши стратегические партнеры не могут скрыть недоумение в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, так как она может подорвать все достигнутые ранее договоренности. Б. Шестисторонние переговоры увенчались успехом, а потому мы выражаем удовлетворение достигнутым результатом и надеемся на претворение его в жизнь. В. Мы отказались от ввода войск на территорию суверенного государства, так как в этом случае могли потерять большое количество военнослужащих убитыми и ранеными, что повлекло бы возмущение и озабоченность политикой государства в обществе. Текст 3 из СМИ. А. Не каждый может совершить подвиг, как Иван Степанович Стрекалов, грудью бросившийся на амбразуру, ни секунды не задумываясь о своей жизни. Б. Порой официальные лица проводят встречу за закрытыми дверями, чего нельзя допускать, так как обсуждаемая тема чрезвычайно актуальна. А потому любые инсинуации и непрозрачность заставляют обывателя демонстрировать недоверие и волнение за свое будущее и будущее своих детей. В. Мировое сообщество готово пойти на уступки и рассмотреть смягчающие обстоятельства в том или ином случае, но не касательно геноцида, по отношению к которому выражается совершенно конкретное неприятие. Задание 2. Выскажите свое отношение к проблеме выхода из договора по ПРО в одностороннем порядке. Представьте вывод обобщения. Начать свой рассказ я бы хотел с того, что любой договор предполагает участие как минимум двух сторон. Это значит, что существуют определенные правила, условия и этика поведения каждой из сторон. Если мы говорим о бизнесе, то там в любом контракте прописана неустойка за разрыв договора в одностороннем порядке. Это представляется логичным, так как пострадавшая сторона в любом случае несет убытки. Обратись мы к бытовому общению, то обнаружили бы, что этот вопрос регулируется морально-этическими догмами. Например, в России настоящий мужчина слов на ветер не бросает, то есть всегда выполняет то, что пообещал. Отношение к тем, кто нарушает свои обещания, в любом обществе негативное. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Вряд ли мы будем доверять человеку, за которым закрепилась репутация пустослова. В таком случае, что мы можем сказать в отношении США, которые вышли из договора по ПРО, как это было сказано в новостях? С одной стороны, существуют национальные интересы, которые диктуют принятие того или иного решения. Вероятно, США в этом случае следовали как раз такой логике. С другой стороны, существуют правила этики и морали, которые в этом случае беззастенчиво нарушились. Чтобы склониться к тому или иному решению, мы могли бы обратиться к международному праву, но оно менее жесткое, чем практика деловых контактов, так что вряд ли может сослужить нам службу.
Таким образом, действия США при выходе из договора по ПРО с точки зрения морально-этических норм не могут иметь оправдания, но они вполне находятся в международном правовом поле, что является смягчающим обстоятельством. Еще одной причиной, по которой мы можем оправдать действия данного государства, является защита национальных интересов, то есть граждан. Так или иначе, благо конкретных людей перевешивает прочие интересы, но возникает законный вопрос. Не идет ли отстаивание преимуществ одних в ущерб другим? Чтобы наш анализ выражений был полным, нам остается обратиться к упражнению по грамматике. Согласны? Давайте так и сделаем. Выберите правильный вариант. Номер один. Встреча Большой Семерки прошла, провела, организовала, устроила в пригороде Оттавы. Номер два. По сообщению мировых СМИ, она имела успех, оказалась успешной, увенчалась успехом, характеризовалась успехом. Номер три. Стороны подошли к согласию, заключили согласие, пришли к согласию, остановились на согласии по многим вопросам повестки дня. Номер четыре. В рамках двусторонней встречи, исходя из двусторонней встречи, посредством двусторонней встречи, в границах двусторонней встречи, лидеры Германии и Франции обсудили насущные проблемы ЕС. Номер пять. Они, в частности, отразили озабоченность, испытали озабоченность, выразили озабоченность, указали на озабоченность в связи с наплывом беженцев. Номер шесть. Это стало причиной поражения, которое пострадали, потерпели, получили, оказалось, правительственные войска от террористических групп. Номер семь. Другой проблемой, стоявшей на повестке дня, стала бедность, победу над которой одержать, успех над которой отпраздновать, выиграть у которой, получить преимущество над которой только предстоит. Номер восемь. Некоторые члены высказались о недопустимости позиции России и Китая, которые прокладывают вето, объявляют несогласие, накладывают вето, выступают оппонентами на многие инициативы Совета Безопасности ООН. Номер девять. Верховный главнокомандующий принял решение ввести войска, привести войска, ввести армию, привести армию сопредельное государство. Номер 10. Благодаря мужеству солдат удалось прорвать оборону, оборвать укрепление, сломать сопротивление, разгромить оборону противника. Теперь давайте выполним проверочное упражнение. Проверочное задание. Из приведенных текстов выберите тот, где говорится о закулисных играх. Текст 1. Из выступлений президента. А. Можно объявить дипломата персоной нон грата, но только в том случае, если он скомпрометировал себя, а его действия представляли реальную угрозу национальной безопасности. Тогда мало кто с этим вердиктом спорить станет. У нас же порой происходит какая-то мышиная возня, которой толком никто и не видит, но ее результаты периодически всплывают. И что мы видим? Отсутствие доказательной базы и голословные обвинения. Б. Стороны в Минске сели за стол переговоров, разработали план примирения и сближения враждующих сторон.
Дорожная карта должна была вот-вот заработать, а мы с вами получаем эскалацию напряженности в регионе. Спрашивается, на каком основании миротворческие войска были выведены из зоны конфликта? Мы, конечно, не будем тут гадать на кофейной гуще, но выводы напрашиваются сами. В. МИД России сделала все необходимые заявления относительно зеркальных мер в отношении дипломатов из США и европейских стран. Поэтому шумиха, которую поднимают западные СМИ, яйца выеденного не стоит. На выходе вместо встречи без галстуков между президентом Украины и главами ДНР и ЛНР мы получаем стягивание военной техники к границе с обеих сторон. Кому это на руку? Следующим шагом будет нарушение перемирия. Текст 2. Из протоколов. А. После нанесения точечных ударов по позициям боевиков, вооруженные силы союзников перешли в наступление по всему фронту обороны противника, которое увенчалось успехом. В результате проведенной операции боевики запрещенных организаций потеряли 1500 человек убитыми и 3000 ранеными. Потери со стороны союзников составили в разы меньше. Б. Совет Безопасности ООН не смог прийти к единому мнению относительно санкций по КНДР. Россия и Китай наложили вето на более жесткую резолюцию, предложенную США. В то же время российский вариант решения сложной ситуации также не нашел единогласного одобрения при голосовании. В. Реформа в сфере здравоохранения стала яблоком раздора для всего медицинского сообщества, которое разделилось на два лагеря. В первом находятся представители городских поликлиник и больниц. Во втором – врачи районных и поселковых пунктов. Несмотря на численный перевес последних, реформа набирает ход. Всем очевидно, что без воздействия на скрытые рычаги власти и тут не обошлось. Текст 3. По материалам в газете «Комсомолец». А. Мирным жителям был предоставлен гуманитарный коридор, по которому из окружения также могли выйти и боевики, предварительно сдав любое огнестрельное и холодное оружие. Этой возможностью воспользовались десятки террористов. Процесс сопровождается массовыми случаями обращения к командованию перебежчиков, от которых был узнан план предполагаемого следующего наступления противника. Б. С Министерством связи наше издание зашло в тупик, так как нам пеняют на пропагандистский характер некоторых публикаций. Впрочем, мы действуем в рамках правового поля и никаких законодательных актов Российской Федерации не нарушали. Тем более мы чисты перед международным правом. В. Проведение встречи за закрытыми дверями не способно пойти на пользу правительству, так как явственно демонстрирует закрытость власти и ее неспособность выступать открыто, а не строить интриги в кулуарах. Рано или поздно наша газета или другие СМИ откроют обывателю глаза на правду. На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Буду рад нашей новой встрече.